Ну, конечно, все мы сейчас видим, как Барак Обама ведет свою политику. И что касается вот дела Селезнева, это, конечно же, снова очередная провокация, по моему мнению, потому что, конечно, международное право никто не вправе нарушать. И Америка — это в том числе та страна, которая должна этому праву следовать. И, конечно, мое личное мнение, что Российская Федерация должна любыми методами, любыми способами проявить свою четкую позицию и доказать американцам, что как бы с нами такие вопросы нужно, конечно, решать не такими методами, которые были решены вот, в деле по Селезневу. Поэтому я думаю, что этот вопрос должен разрешиться каким-то мирным путем однозначно.